классическую профессиональную зубовыжималку, зубоксов. Сейчас я хочу продемонстрировать, как можно приготовить литр фреша из апельсин, гранат, других цитрусов. Буквально за минуту на этой машине. Можно закладывать сейчас мой друг, партнер и просто хороший человек. Евгений закладывает цельные апельсины. Да, и в это время готовится фреш. Чистый фреш, без привкуса горечи, косточек, прожилок апельсина. Эта машина очень удобна для бара. Вот он сейчас показывает, как обжарить апельсины. То есть, может быть, не совсем идеально, но для бара он очень быстро. Не идеально, да. Остается 3, может быть, 5%, но это чистый фреш. Также на этой машине она настолько мощная, настолько профессиональная, что можно на ней готовить такой фреш из гранат, из цельный гранат. Вы знаете, что довольно сложно из гранат, даже вручную в домашних условиях или в парковых условиях, качественно фреш. А эта машина это может делать. Причем я повторюсь, 1 литр фреша в минуту. Вам кинули заказ, и люди не ждут, они получают в течение 50 минут получают чистый фреш, очень вкусный. В этом фреше тоже нет горечи, вы сейчас попробуйте этот фреш. Нет горечи от прожилок, которые есть в гранате, от косточек. Оптимально выполнены все заборы, которые могут заходить в этой машине для лучшего фреша. И он получается максимально чистый, без мякоти, без шмыка, без всяких каких-то. Вот посмотрите, как он взял. Возможно, кто-то не может выжать один раз хорошо гранатовый фреш. Возможно, один стаканчик. Но когда это в течение дня заказывают тебе несколько раз, один раз фреш, второй раз фреш, третий фреш, проблема в том, что состояние будет в течение дня выдавить классный и качественный гранат. Кто давил, тот знает, насколько это тяжело. Готова попробовать? Подходите, да, пробуйте. А можно апельсин попробовать? Да, конечно. Сейчас. По чуть-чуть все. Попробуем и скажете, вкусный, вкусный. Может, кто-то будет пробовать, готовить будет прямо сейчас, 13. Раньше зубок, ну и сейчас выпускают зубок более большого размера, который стоит от 3000 евро и выше. Но там можно было давить только апельсины, а в этой машине можно давить то, что нужно для пара. Апельсин, гранат, лайм, лимон. А объем остановки? Скажи, выпейте сынок. Объем чистки остановки, промывки. Ну, если давится апельсиновый фреш, то по большому счету нужно только выбрасывать кожуру, которая осталась. К тому же, опять же, эту кожуру можно использовать для приготовления супа. Хорошо. Грейпфрутовый, апельсиновый, после этого гранатовый, яблочный, морковный. Да, конечно, при любом переходе, конечно, нужно... Сейчас мы покажем. Очень просто это делается. Если это в баре происходит, то не в каком-то баре, там небольшой поход. Бармен может достать открыть машину. Вот сейчас Евгений открывает крышку. Достаем вот такой прикольный чемоданчик. И можно потом его в моечке помыть. Довольно быстро. После этого надо вынимать. Да, гранат, вот там есть датчик. Датчик можно отключать, но можно сделать под столешником, чтобы был выход. То есть это не обязательно. Оно должно быть в контейнер, это может быть просто закрытая емкость. Это демонстрационная модель, которая показывает. Если она стационарно установлена, оно будет выбрасывать просто большую емкость. Прямоугольничек вырезается, специальные направляющие идут, которые подсосут. Обслуживание ножей, режущих и так далее. Ну, я могу сказать, что те зубы, которые мы продавали, уже много лет. Пока не открываем. Но пока в кармане не выпустит куда-то нож просто. Объем, допустим, ежедневный, какой возможен? Ну, вот это машине. Вы
Грубо говоря, вот сейчас объем в ресторане где-то 40 килограмм фруктов ежедневно. Ну, эта машинка не переработана. Да? Эта машина не переработана. Если больше объема, в гостинице не проект интеллектуальные, как бы очень большой готовый фреш, а там машина уже стоит, мы увидели, может, в супермаркетах или еще каких-то местах, в зонах спин, и там скорость 32 апельсина в минуту, это уже 2,5 литра сока в минуту, и вот она, по сути, целый день там работает. Я думаю, что они на первых литрах 200 там фреш. Это просто на сегодняшний день реально самая маленькая машина. Да, многие заказывали, хотели, и мы хотели, чтобы была маленькая именно машина, которую можно поставить на бар. Да, здесь не видно, как готовится фреш, но, в принципе, там где ограничить такое помещение, опять же, компенсирует все качество фреш. Апельсины, лайм.